В дачном деле сегодня самой популярной является экологичность, поэтому многие отказываются от химикатов и предпочитают натуральные удобрения. В этом видео я расскажу про органическую минеральную подкормку под названием вермикомпост. Этот способ для выращивания большого урожая очень популярен на Западе, но и у нас стремительно набирает обороты. Вермикомпост или биогумус – это натуральная органика, которая моментально взаимодействует с растениями и дает пользу в виде минеральных компонентов и микроэлементов сразу после внесения такого удобрения. Оно делается с помощью обычных червей, которые биологическим образом перерабатывают компост. В результате такого взаимодействия органика приобретает удивительно полезные свойства для любых овощных культур на огороде и в особенности для ваших огурчиков. Купить вермикомпост или биогумус можно в любом садовом магазине, но сделать его можно и самостоятельно. Для этого потребуются пластиковые контейнеры, органические остатки и колония дождевых червей. Я использую вермикомпост для огурчиков понемногу, беру около 2 стаканов сухого вермикомпоста, кладу их под каждое растение и заделываю граблями на глубину примерно пару сантиметров. Можно сделать и раствор, 2 стакана на 2 литра воды и под куст. Даже ученые уже доказали, что урожайность от использования этого средства может вырасти до 50%. Растения будут лучше расти, будут более защищены от болезней, и почва получит гораздо больше полезных свойств. Обязательно попробуйте этот способ удобрения на своем участке, и урожай будете собирать целыми ведрами.